будет убийца. Хоть что-нибудь. Что для больной, что голодной и нищенки. Спокойненько ведем просто штопэна. Убийца разбуливает нас. Где информатор? Падал, наверху спрятался. Придется к нему лезть. Снова здравствуй, снова как дела? Ух ты, флажок. Хоть я их и не собираю, но ладно, раз уж он здесь. Там в лодке еще один был. Ну, в лодке я уж не стану собирать. Чертов дурак совсем выжил из ума! Мир и покой тебе, господин. Ты обратил внимание, сколько в городе теперь этих проклятых тамплиеров? Мне приказали убить их как можно больше до того, как будет похоронен Мадж один. Наверняка ты бы справился с этим заданием в один момент. А когда вернешься, я расскажу тебе, что мне удалось узнать, пока я следил за тамплиерами. Так. Умоляю вас, господин. Где? Всего пару монеток. Пройдите, как угорел. Да отойдите вы. Врезался в человека. Слепой, что ли? Куда ты он пошел? Чуть не убил меня. Kime boyunaymak istiyorsun? Geber kar! Блин, заново теперь брать миссию. А чё ж ты бежишь-то? Падла, как толкаться, так ты не бежал. Он кого-нибудь для больной, голодной и нищей. Так. Давай-ка ещё раз пробуем. С этого края. Пожалуйста, господин, подайте. Похоже, он торопится. Нет, умоляю, не уходите. Подайте пару монет. Тебе гони, неверный. Тебе не сбежать. Ага. Тебе конец. Не выбежать. Убивай меня. Вот так. Блин. Вот так. Все? Не бегать? Ужасно. Блин, их здесь двое. Сюда! Убейте его! А почему это меня-то? Почему это меня-то? Я отсеку тебе голову! Убей, не гуси! Я только что убил человека. Давай. Да будет так. Блин, блинский, это что за миссия-то такая дырявая? Что он делает? Что-нибудь для больной, голодной и слабой, больная. Он похоже спешит. Почему он так? Почему? Так. Он точно задумал недоброе. Этот точно здесь должен быть. А уйди ты. Белый есть. Где ты? Чего это он так торопится? Да отвяжись ты! Два. Два. Пожалуйста, поосторожнее. Угу. Надо здесь аккуратнее быть. Успеть убежать от него. Вот и все. Сейчас надо потихоньку только свалить отсюда. Боком ходит убийца. Не надо этого делать. О, сейчас чего они делают? Помогите мне. Спокойно. Он вроде успел, вроде смог. Теперь я знаю, зачем вступил в клан.
Находиться рядом с тобой – великая честь. Теперь о людях Робера. Они опытные воины. Биться с ними со всеми сразу будет неразумно. Лучше заставить их преследовать тебя и убивать по одному. Но не мне, конечно, учить тебя, как вести себя в бою. Прошу простить меня, господин. Так, у вас вроде все. Можно идти в бюро. Рассказывать. Я бедничать. Не ругайтесь. Не надо. Это же некрасиво. Никакой культуры. Хоп. Слава Салахаддину! Он нашел все силы встать на защиту нашей великой цивилизации. Мне? Зачем мне это? Знайте, а вот. Что мы сражаемся, дабы избежать Занадом. Истребления. Неверный король хочет... Если найдете дом без дверей, знайте, что там живут ассасины. И тебе, брат. Судьба порой бывает причудлива. Робер де Сабле в Иерусалиме? Я сам видел его рыцарей. Лишь беды следуют за этим человеком. Я не дам ему возможности действовать. Не позволяй мести затмить твой разум, брат. Мы оба знаем, что ничего хорошего из этого не выйдет. Я не забыл этого. Не волнуйся. Я еще не месть, а знание. Ты не тот человек, кого я знал. Работа научила меня многому. Открыла немало тайн. Но есть еще части головоломки, сокрытые от меня. О чем ты? Все мои жертвы работали вместе, под началом этого человека. Робер что-то замыслил на нашей земле. Я это точно знаю. Но что, для чего, как и где, это мне пока неведомо. Крестоносцы и сарацины действуют вместе? Это не те и не другие. Это третьи. Тамплиеры. Тамплиеры – часть армии крестоносцев. Так думает король Ричард, и это их устраивает. Они подчиняются лишь де Сабле и руководствуются мыслью, что это они остановят войну. Необычная история. И не говори, Малик. Поподробнее. Робер и его тамплиеры приехали в город, чтобы оказать последние почести Маждаддину. Они будут на его похоронах, а значит, и я тоже. Зачем тамплиерам это понадобилось? Не знаю, но уверен, выясню это. Что же до горожан, то их мнения разделились. Многие с радостью перебили бы тамплиеров. Другие думают, что рыцари здесь, чтобы заключить мир. Мир? Я же рассказывал. Те, кого я убивал, говорили именно это. Это сделало бы их союзниками. А мы их убиваем. Не ошибись. Как ошиблись те люди. Цели тамплиеров кажутся благородными, но способа их достижения нет. По крайней мере, так говорил Аль-Муалим. Каков твой план? Я приду на похороны и расправлюсь с Робером. Лучше поскорее. Окей, да. Такой молодой, уже опытный убийца. Пусть удача ведет твой клинок, брат. Малик, прежде чем уйти, я хочу сказать тебе кое-что. Говори. Я был глупцом. Раньше я бы не стал с этим спорить, но сейчас... О чем ты говоришь? Все это время я так и не попросил у тебя прощения. Дурацкая гордость. Ты потерял из-за меня руку. Потерял Кадара. У тебя есть причины для гнева. Я не принимаю твоих извинений. Я понимаю. Нет, не понимаешь. Я не принимаю твоих извинений, потому что ты уже не тот человек, который был со мной в храме Соломона. И тебе не за что просить у меня прощения. Малик. Может, если бы я так не завидовал тебе, то не был бы так безрассуден. Я так же виноват, как и ты. Не говори так. Мы едины. Как мы разделяем славу наших побед, так разделяем и горечь поражений. Так мы становимся ближе, становимся сильнее. Спасибо, брат. Отдохни, если хочешь, Альтаир, и приготовься к тому, что ждет впереди. Ну, без проблем. Пойду поплачу. Перемотка на более поздний участок памяти. Вот сейчас самая-то жопа будет. Угасить его на кладбище. А они еще подготовились. Эх. Надо. Огонь войны пожирает землю. Убить всех лучников тогда.
Трагедия, скажете вы. Что у меня по ножам? Но я говорю, слава! Ты что, сел-то? Умереть в служении Господу. Сражаясь на то, во что мы верим. Он, похоже, спешит. Давай. Лучников что надо происходит? Убить. От кого он убегает? Может, за ним контр тоже. Чтобы они не препятствовали. Да уйдите. А почему ты хочешь персонально наброситься на меня? Так. Не пищи, не пищи. Флаг. Так. Делаешь так еще раз? Очень странный тип. Осталось-то немножко. Ну, 200 с лишним еще бежать. Я думал, немножко, думал, прибежал практически. Убирайся, черт, покинь это место. Ага. Зачем ему это? Меня не пускают. Ну ладно, если меня не пускают. Тебе сюда нельзя, убирайся. Прорываться так. Опа. Такс. Я даже не знаю, ну-ка давай по этой стороне обойдем. Kime boyun eğmek istiyorsun? Все, тихо. Все спокойно. Эй, что за отметка? Вот она, отметка-то. Мы собрались здесь, чтобы оплакать Мажд-ад-Дина, безвременно покинувшего мир живых. Я знаю, вы все ощущаете боль утраты, но утешьтесь. Ибо как все мы выходим в этот мир из чрева, так когда-нибудь и покидаем его. Такова природа вещей. Это так же естественно, как восход и заход солнца. Давайте же вспомним жизнь покойного и поблагодарим его за все добро, что он делал. Ну, за все, потому что не надо. Знайте, что однажды вы встретитесь с ним в раю. Давай, ведерчатый. Аминь. Аминь. Ну. Как вы знаете, Мажд-ад-Дина убили. Мы пытались выследить убийцу, но это было нелегко. Эти твари прячутся в тенях и бегут от всякого, кто бросит им честный так вызов. Так он туда, наверное, заползти не надо будет. Но не сегодня, ибо один из них стоит Пастись. Среди нас. Он насмехается над нами и должен заплатить за это. Взять его, подведите его, дабы свершилось правосудие Всевышнего.
Gel buraya. Çekil kenara. Çekil önüm. Çabuk. Yoksa ederim. Bu da tek hatı. Çekil kenara. Obalayın. Çabuk. Ne? Вот так. На возвышенность. Beni gözün kapalı bile yener. Saçman hayda etmez. Uydun. Peki bakalım. Beni yeremeyecek. Ножки подрезали. Кому-то ножки, кому-то кошки. Если яйца до земли, то и их тоже захватили. Потихонечку. Да. Дайте место для битвы. Теперь сюда. На. Да тихо ты. Ты меня так захреначишь. Ну ладно, вот так. Еще разок. На. Завали его. Давай. Ну. Да. А это женщина. Я взгляну тебе в глаза до того, как ты умрешь. Полагаю, ты ожидал иного. Что это за колдовство? Никакого колдовства. Мы знали, что ты придешь. Роберу нужно было время, чтобы скрыться. Он бежал? Вам сопутствовал успех. Вы разрушили наши планы. Сначала сокровища, затем наши люди. Мы потеряли контроль над Святой Землей. Но Роберу выпала возможность вернуть то, что было украдено. Превратить ваши победы в наши. Ваши сокровища у Аль-Муалима, а ваша армия нам не страшна. Что бы ни планировал Робер, он проиграет. А? Ведь теперь вам противостоят не одни тамплиеры. О чем ты? Робер на пути в Арсур, чтобы объединить сарацинов и крестоносцев в борьбе против ассасинов. У сарацинов нет причины соглашаться. Не было. Но теперь ты дал им причину, а точнее целых 9 причин. Тела твоих жертв, потери с обеих сторон. Ты сделал хашишинов врагами для всех и тем самым подписал приговор ордену. Это так? Не 9, 8. Что ты сказал? Ты не моя цель. Я не стану забирать твою жизнь. Ты можешь идти, но не следи за мной. Мне не нужно. Ты уже опоздал. Увидим. Так, теперь надо сваливать. О, так меня даже и не преследуют. Так. Ну и сваливать-то надо так, чтобы за мной погони не было. Ну. Вот и. Куда это он так спешил? Блин, да что ты за мной увязался-то? Козлина. Нет, нет, нет. О, вам, дурачки, их помощь. Беги, беги. Главное, следи за дыханием. Тихо, тихо, тихо. Видите, здесь никого нет. Все. Можете идти. Прыгать отсюда. Блин, лестница. Плохо, что вы знаете город хорошо так. Вы все-таки в нем живете. Я-то надеялся, вы разобьетесь. Вот так. Давай, давай, ползи, ползи. Опаньки, опатушеньки. О, флаг. Еще один. Так.
где я только не был, чего я не отведал. Грозовую кашу, крапиву, лебеду. Только вот на небе я ни разу не обедал. Господи, прости меня, я с этим обожду. Слазь давай. Раз. Слазь. Давай расскажем, что это все херня была. Это была ловушка. Я слышал, что похороны закончились дракой. Что случилось? Робера де Сабле там не было. Он ждал меня и послал вместо себя другого. Расскажи Аль-Муалиму. Нет времени. Она сказала мне, что задумал Робер. Если я вернусь в Масиаф, он успеет осуществить это. И тогда, боюсь, нам придет конец. Мы убили большинство его людей. Ему не собрать силы для атаки. Погоди, ты сказал она? Да, это была женщина. Странно, я знаю. Но это мы отложим на потом. Сейчас наша цель Робер. Мы ослабили его, но этот человек умен. Он изложит свое дело Ричарду и Салахаддину. Объединит их против общего врага. Против нас. Ты ошибаешься. Это бред. Эти два человека никогда... Не ошибаюсь. И в этом наша вина. Те, кого мы убивали, стояли по обе стороны и были важны для обоих лидеров. План Робера амбициозен, но не лишен смысла. И он может сработать. Послушай, брат, кое-что поменялось. Ты должен вернуться в Масиаф. Мы не можем действовать без разрешения Повелителя. Это поставит под угрозу братство. Я думал, ты понял это. Сколько слов, Малик. Ты прячешься за Кредо, словно за щит. Он что-то скрывает от нас, что-то важное. Ты сам говорил, мы не можем ничего знать, лишь предполагать. Так вот, я предполагаю, что дело глубже, чем кажется. Убив Робера, я отправлюсь в Масиаф за ответами. Но может, ты поедешь туда прямо сейчас? Я не уйду из города. Тогда выйди на улицу. Ищи тех, кто служил моим жертвам. Узнай все, что сможешь. Ты проницателен. Может, заметишь что-нибудь, что я проглядел. Я не знаю. Мне надо подумать. Делай, как знаешь, друг. Но сейчас я отправляюсь в Арсуф. Каждую секунду, что я медлю, враг становится все дальше от меня. Будь осторожен. Буду. Обещаю. Так, ну все, уходим. Что ты так вцепился-то? Армия неверная. Они пошли против... В Марсов, в королевство. Воли бога, и они заплатят за это. Сваливаем. О, господи, я все выше и выше поднимаюсь. Пара монет. Я прошу тебя, пару монет. Ну что, сейчас восстановлюсь. Можно поосторожнее, другой раз? Можно. Тебе не следует стоять здесь. Да, вы-то мне не нужны. Идти туда, куда. Он кого-нибудь убьет? Чуть правее. Смотри по сторонам. Левее. Внимайте мне, граждане! Если пушка. Я не понял, где выход? Еще левее. Не то лево, другое лево. А вот он. Ты это видел? Уходи. Так, а где тут? Кто мне поможет свалить из города? Выйти-то я могу. Отрублю голову! Ага, сейчас. Как остановить? Где лошадь? Похоже, он в дороге! Оп. Все, сваливаем с королевства. То есть в королевство. Давай. Я же не хочу, чтобы меня догнали и подрезали. Здоровый челядь. Барин едет. Ты напугал меня. Давайте. Вот сюда. Так.
королевство мне надо. Если вы отразили мощную атаку, враг будет уязвим. Прикончите его, подбив. Так, а куда мне надо? Арсу. Ну-ка, мне, если в Акру, а потом в Арсуф. Так, ну давай-ка сначала попробуем вот так выехать. Сначала сюда. Метательные ножи поражают врагов издалека. Так, вот сейчас вот. А вот сейчас в Акру. Ты напугал. Метательные ножи поражают врагов издалека. Так. Отсюда. Так, мне не сюда. Мне надо развернуться. Что я делать так еще раз? Больше так не следи за собой. Тихо, 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 этих служивых только не сбить. В королевство. Если у вас закончились ножи, вы можете взять новые в Масиафе или украсть. Вот теперь сваливаем. Давай, додавите его. Так, надеюсь, правильно еду. А почему нет? Не понимаю. Почему дорога мне-то закрыта? Ладно. Тихо, тихо. Ребятушки. Опустите свои пушки. А вот. Все, дорога открыта. Еду правильно. И уже приблизился. Вот так. Чтобы победить в схватке с несколькими врагами... Что-то слез с коня-то. Пока на лошади можно ехать. Вот так. Ну, ты неверный. Ну, и вот так. И вот так. И сваливай его. Давай, тут далеко. Ну, убежать. Вот так. Все правильно, бежим дальше. Да кто меня там хочет убить-то? А вам не кажется, что его слишком здесь? Блин. Да,
На. Спокойно. Еще раз. Да спокойно. На. Бежим. Давай. Бежим. Блин, там еще он. Я хоть до хрена я больше. Еще разок. Мы еще остались, уже. Давай, давай, осталось их немножко. Вешать. Плохо, что вы только не убегаете, что-то зарезали, вы все еще не убегаете. Это так плохо. На. Так, я выжу. Ножи, естественно, не у кого взять. Тихо. Давай. Он думает, что справится. Я знаю, что справится. По мордам. Он хочет драться с нами. Почему так смеетесь? Вы проигрываете, вы же еще и смеетесь. Дурачки. Не приближайся. Подождите. Я принес слово, а не меч. Хочешь обсудить капитуляцию? Самое время. Вы не поняли. Меня послал Аль-Муалим, а не Салах ад-Дин. Ассасин? Что это значит? Говори да поскорее. Среди вас предатель. И он нанял тебя, чтобы меня убить? Боюсь, что у тебя ничего не выйдет. Я пришел не за вами, а за ним. Тогда говори. Посмотрим, правда ли это. Кто он? Покажись. Робер де Сабле. Мой лейтенант? Он предаст вас. А он говорит иначе. Он хочет отомстить вашему братству за то, что вы устроили в Акре. И я его поддерживаю. Немало из моих лучших людей пало от ваших рук. Это я убил их, на то были причины. Выслушайте меня. Вильям Монферрат. С помощью своей армии он собирался захватить Акру. Гарнье де Наплус. Он сумел бы внушить что угодно всем, кто не подчинится. Сибрант. Он планировал установить блокаду на море, чтобы вы не смогли прислать помощь. Они предали вас. Приказы отдавал Робер.
Ты ожидаешь, что я этому поверю? Вы знали этих людей лучше меня. Вас правда так удивило знание об их грязных намерениях? Это правда? Повелитель, перед вами ассасин. Эти твари известны своим коварством. Конечно, это неправда. Мне нет причин лгать. О, есть. Ты боишься за свою драгоценную крепость? Ей не устоять против объединенной мощи сарацинов и крестоносцев. Я сражаюсь за жителей Святой Земли. Если мне придется отдать жизнь ради мира, да будет так. Складывается странная ситуация. Каждый из вас обвиняет друг друга. На это нет времени. Я должен ехать к Саладину и заручиться его поддержкой. Чем позже, тем сложнее ее будет добиться. Подожди минуту, Робе. Зачем? Чего вы хотите? Вы же не верите ему. Верят, верят. Это важное решение. Я не могу принять его сам. Пусть его примет некто более мудрый. Спасибо вам. Нет, Робер, не ты. Кто? Всевышний. Пусть все решит поединок. Несомненно, Бог будет с тем, чье дело праведное. Если вы этого желаете. Желаю. Да будет так. К оружию, ассасин. Надо хотя бы провидеть виды. А что ты тут не валишь? Вот так. Каждый вали. Да стой. А ты не можешь его сразу зарубить? Давай, вали эту гниду. На. Время для игр закончилось. На. По мордам. Ага. Вон ты, значит, как. На, пошел на себя. Петушок. Ага, тебя лежачего, значит, тоже. Подожди, минутку. Да. Вот так вот тебе. Вот так. Твоему плану конец, как, впрочем, и тебе. Ты ничего во всем этом не понимаешь. Ты лишь марионетка. Он предал тебя, как и меня. Да не может быть. Яснее, тамплиер. Либо молчи. Он послал тебя убить девятерых, так? Тех, кто хранили тайну сокровища. И что с того? Но его нашли не 9 человек, ассасин. Не 9, а 10. Кто 10-й? Каждый, кто знает тайну, должен умереть. Скажи мне его имя. О, ты его хорошо знаешь. И я сомневаюсь, что ты заберешь его жизнь с тем же рвением, что и мою. Кто? Это твой хозяин, Аль-Муалим. Но он не тамплиер. Ты никогда не задумывался, откуда он столько знает? Где нас найти? Сколько нас? Чего мы стремимся достичь? Он повелитель ассасинов. Да.
главный лжец. Мы с тобой лишь пара пешек в большой игре. И теперь с моей смертью остался ты один. Думаешь, он даст тебе жить, зная, что ты делаешь? Сокровища меня не интересуют. А его да. Твой хозяин и я отличаемся лишь тем, что он делиться не хочет. Нет. Ирония судьбы. Я, твой злейший враг, не желал твоей смерти. Но ты забрал мою жизнь. И этим положил конец своей собственной. Да сейчас. Меня так просто не возьмешь. Ну, рассказывай. Отличный бой, ассасин. Сегодня Бог благоволит тебе. Бог здесь ни при чем. Я просто лучше сражался. Ты можешь не верить в него, но, похоже, он верит в тебя. Пока ты здесь, один вопрос. Я слушаю. Зачем? Проделывать такой путь? Так рисковать жизнью? Ради смерти одного человека? Он угрожал моим братьям и нашему делу. А, значит, месть. Нет, не месть. Справедливость, чтобы наступил мир. Значит, вот за что ты дрался. За мир? Ты не видишь здесь противоречия? Некоторых людей нельзя врезать. Как этого безумца Саладина. Я думаю, он хотел бы положить войне конец, как и вы. Да, я слышал. Но я вижу обратное. Пусть он сам так не говорит, но люди этого хотят. И сарацины, и крестоносцы. Люди не знают, чего хотят. Потому они обращаются к таким, как мы. Тогда такие, как вы, должны действовать правильно. Чушь! Когда мы рождаемся, мы пинаемся и кричим. Мы жестокие и изменчивые. Мы такие, и ничего с этим нельзя поделать. Нет. Мы такие, какими хотим быть. А вы всегда играете словами. Я говорю правду. Никаких хитростей. Посмотрим. Но, боюсь, сегодня мира нам не видать. Даже сейчас проклятые войска Саладина убивают моих людей, и я должен быть с ними. Но, может, поняв, насколько он уязвим, он обдумает свои действия. Да, может, потом-то, чего ты хочешь, станет возможным. Вы были не менее уязвимы, чем он. Не забывайте этого. Люди, которых вы оставили править вместо вас, служили вам недолго. Да, да. Я это прекрасно знаю. Тогда я удаляюсь. Мне есть что обсудить с моим господином. Похоже, он тоже не без греха. Он всего лишь человек, как и мы, как и ты. Не надо да тут меня с вами сравнивать. Все, уходим. Ну, не стоит цель уничтожена. Зачайтесь к Аль-Муалиму. Вот этим и займемся. Сейчас. Батьку будем хреначить. Я сказал встать, черт возьми! Слушай! О, нет. Похоже, нас нашли твои дружки-ассасины. Что? Как ты это сделал, Дезмон? Послушайте, я не знаю, о чем вы говорите, но что бы у вас ни случилось, я тут ни при чем. Они пришли за тобой, и я их не приглашал, это уж точно. Доложите ситуацию. Мы под обстрелом. Вы сдержите их? Или мне эвакуировать пленников? 5 или 6. Мы превосходим их числом. Пара раненых, но мы продержимся. Возьмем все под контроль. Черт возьми, Дезмонд. Нельзя было просто уйти. Я говорю, что ни при чем. Как бы я связался с ними? Телепатией? Бросьте вы. Ладно, скоро им всем придет конец. Ват, послушайте. Ну вот, тем более, что на меня наезжать-то тогда. Угроза нейтрализована. Кавалерия не придет на помощь. Дебил. Не знаю, док. Минуту назад вы были перепуганы до смерти. Ваша лаборатория оказалась небезопасна? Боитесь, что они вернутся? Не думаю, Дезмонд. Люси хочет сказать, что возвращаться некому. Ассасинов больше нет. Последний год мы были очень заняты. Разыскивали ваше убежище, коммуны в пустыне и так далее. Боюсь, вы последний. Отдохните, мистер Майлз. Завтра мы закончим.
Не, я бы сейчас бы закончил бы уже. Так, господи, с кем жить приходится? Что за придурок? Лежишь, спишь в какой-то там лаборатории, потом бах, оказывается, что ты супершпион, который всех предупредил. Раньше обычного, док. Больной мозг. Я хочу закончить это поскорее. Как скажете. Не будьте таким мрачным, мистер Майлз. Сегодня исторический день. Его будут помнить много лет. Ну, кто-то из нас будет помнить. Дебил. Маразматик. Шизофреник. Ой. Господи. Дело в том, что есть действительно такие люди, идиоты. Так, 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 продолжить. Если вас обнаружили во время битвы, используйте свободный бег, спринт и прыжки. Что здесь произошло? Где все? Отправились к хозяину. Это тамплиеры? Они напали снова? Они прошли путем. Каким путем? О чем ты говоришь? Путем к свету. Ты бредишь? Есть только то, что показал хозяин. Это... истина. Ты сошел с ума. Ты тоже пройдешь путем или умрешь. Так говорит хозяин. Это Аль-Муалим, верно? Что он сделал с вами? Слава хозяину, ибо он отвел нас к свету. Да иди ты нахрен. Ну, народа нет. Чего вы все смотрите на меня как зомби? Серость какая-то. Серость и неприглядность. Он наш свет, он наш путь. Он ваш, он ваш. Хрен он ваш. А не свет и путь. Я ваше будущее. Вам ясно? Контрольная точка. Неверный, умри! Я! Давай-ка наверх. Тебе не уйти! Как не уйти? Я его вижу! Я поймаю! За ним! Скорее! Тихо! Тихо! Ты от меня не уйдешь! Еще разок! Я догоню тебя! Пошел за щенок! Догнать его! Ты от меня не уйдешь! Да как не уйдешь-то, ушел? За свет! Предатель! За хозяина! Он так. Не прошел путем! Смерч! О, есть. Я тебя кое-что поймаю! Он встает! Хватайте его! На! На! Давайте, спокойно. Бежать тебе некуда! Так, некуда, я же бегу! Не убежать! Тебе не сбежать! Пойду обратно, сюда. Быстрей, быстрей! Нет. Падла. Всех перебили, молодцы. Это их, сюда! Ну слазь давай. Бежим, бежим, бежим. Это еще прилавок можно было уничтожить. Кинуть кого-нибудь. Вовремя ты появился. Похоже. Нужно защищаться, друг. Аль-Муалим нас предал. Да. И своих дружков-тамплиеров тоже. Как ты узнал? После нашей беседы я вернулся в развалины под храмом Соломона. Робер вел дневник. Записывал все свои откровения. То, что я прочитал, потрясло меня и открыло глаза.
Ты был прав, Альтаир. Повелитель использовал нас. Мы должны были не спасти Святую Землю, а отдать в его руки. Его нужно остановить. Осторожней, Малик. Он сделает с нами то же, что и с остальными, если сможет. Держись от него подальше. Что ты предлагаешь? Моя рука крепко держит клинок, а люди все еще верны мне. Мы тебе пригодимся. Тогда отвлекайте рабов. Нападите на крепость с тыла. Если они отвлекутся на вас, я доберусь до Аль-Муалима. Я сделаю это, Дай. Эти люди, они подчиняются чужой воле. Не убивай их без нужды. Да. Аль-Муалим отринул Кредо, но это не значит, что мы поступим так же. Я постараюсь. Отлично. Мира и покоя, друг. Твое присутствие принесет и то, и другое. Ну все, пойдем. Так. Значит, он с тыла, я спереди. Вот так вот двойное проникновение ему сейчас устрою. Так, за нами все закрылось. Они думают, что они взяли меня. Ага, сейчас. Так. А здесь докуда я смогу подняться? Неизвестно. Так, лестница убрана. Я думал, я смогу еще как-нибудь обойти это. Эту игру. Здесь только невиновные. Нельзя причинять им вред. Конечно. Вот так, все. Прорвался. Давай. В саду. Ух ты. Что это? О, ученик вернулся. Я никогда не убегал. И никогда не слушал. Поэтому я жив. Что мне с тобой сделать? Отпустить. О, Альтаир, в твоем голосе ненависть. Отпустить тебя? Это будет неразумно. Зачем тебе это? Я нашел доказательства. Доказательства чего? Что ничто не истинно. И все позволено. Сюда. Уничтожить предателя. Избавить от него мир. Я... Ну-ка. Я... Первого проткнули. Второй. Все эти 9 человек, которых я убил, они здесь. Ух ты, ты что, самый боевой, что ли? Вот так вот. Да. Вот этот лесник вообще не боец. И вот этот толстый тоже. Какой же ты боец, жирный. Сразись со мной, или боишься? Я сражался с тысячами людей, и каждый из них был сильнее тебя. Угу. Все они мертвы. От моей руки. Хвостом. Я не боюсь. Докажи. Чего я могу бояться? Взгляни, каким могуществом я управляю. Ой, что-то у вас так много, ребятушки. Да. На. Да. Вот так. А почему вас сразу-то не зарезать?
Это же практично. Да. Вот. Резал бы сразу. Блин. Так, на маленький нож, да, переходим? У тебя есть последние слова? Есть, ты козел. Ты солгал мне. Назвал злом цель Робера, хотя у тебя была такая же. Я никогда не любил делиться. Ты не победишь. Другие найдут силы восстать против тебя. И поэтому, пока у людей сохраняется свобода воли, мира не будет. Будет. Я убил человека, который так говорил. Смело. Но это лишь слова. Тогда отпусти меня. Я перейду от слов к делу. Скажи мне, повелитель, почему ты не подчинил меня, как остальных ассасинов? Почему сохранил разум? Кто ты и что ты делаешь? Слишком сильно связано. Лишить тебя одного, значит лишить и другого. А тамплиеры должны были умереть. Но ты прав. Я пытался. Тогда, когда показал тебе сокровище. Но ты не такой, как другие. Ты видишь сквозь иллюзии. Иллюзии? Это все, на что способно сокровище крестоносцев. Частица Эдема. Слово Бога. Теперь ты понимаешь? Вот и море не расступались. Вода не превращалась в вино. Не Ириния начала Троянскую войну. А вот это. Иллюзии. И только они. Твой план тоже всего лишь иллюзия. Заставить людей против воли идти за тобой. Чем она хуже фантомов, за которыми идут сарацины и крестоносцы? Кровожадных богов, покинувших мир, в котором люди убивают друг друга с их именами на устах. Я просто даю им одну иллюзию вместо другой. Ту, что не требует столько крови. Они сами выбрали себе фантомов. Вот как? Ты не слышал об обращении еретиков? Это неправильно. Вижу, логика тебя подвела. Ты обратился к эмоциям. Я разочарован. И что же нам делать? Ты за мной не пойдешь, а мне тебя не заставить. А ты не оставишь свой жестокий план. Похоже, мы в тупике. Нет, в конце пути. Я буду скучать, Альтаир. Ты был лучшим учеником. Да. Ты слеп, Альтаир. Как и был. Давай, всегда. Где ты? И всегда будешь. Где ты? Падла. Мой клинок видит землю боли. Он пронзит тьму. О-о-о-о. Да. По мордам. Блин. Бежать долго. Где ты? Где-то... Вон он. По мордам. Это воду или помои? Давай, где ты? Где ты, падла? Покажись. Туда и сюда бегать. По мордам. Спокойно. На. Да.
На. Вот так вот. Убил папашку. Но как? А вот так. Ученик не может убить учителя. Он превзошел его. Ничто не истина. Все позволено. Да будет так. Ты победил. Забирай свой трофей. Ты держал в руках огонь, старик. Его нужно уничтожить. Уничтожить то, что может остановить крестовые походы и принести мир? Никогда. Я сделаю это. Посмотрим. Ты предал я сердце мое тому, чтобы познать мудрость и познать безумие и глупость. Узнал, что и это томление духа. И было много мудрости. Многие печали. А. И кто умножает познание, планета Земля. Умножает скорбь. Уничтожь ее. Уничтожь, как я и сказал. Я не могу. Можешь, Альтаир. Но не станешь. И вот эти точки, это, наверное, те, кого надо уничтожить. Я так думаю. Или что за места-то вот обозначены? Готово! Прибыл. А я вот такую штучку нашел. Так, выходим из Анибуса. Делаем страшную козу доктору. Черт, что это было? Ну? Карты у нас. Сколько? Не меньше 6. Нам столько не надо. Хорошо, что у нас есть запас. Наверняка не все из них работают. По меньшей мере, 2 находились в местах, которых больше нет. Мы отправим отряды в каждую точку и посмотрим. В конце концов, нам нужна лишь 1. А остальные? Заберем их. Не оставим шансов на неудачу. Меньше всего нужно, чтобы кто-нибудь мешал нам в новом мире. А ассасин? Он сделал свое дело. Убейте его. Стойте. Здорово. Вы знаете, как работают эти вещи. Вряд ли мы сможем просто забрать их. В расход меня хотят. Он может понадобиться. Его память. Я рекомендую сохранить его до тех пор, пока мы не будем точно знать, что нас не ждут сюрпризы. Это потеря времени. Вы сами сказали. Нельзя оставлять шансов на неудачу. Хорошо. Убедимся, что он нам не нужен. Потом убьем. Ладно. Ну, жирный. Ну, прекрати докторишка. Подрывать мой авторитет. Я только что выручила вас. Идем. У нас много работы. У меня тоже. Не расслабляйтесь, мистер Майлз. Да пошел ты нахер. Мы скоро вернемся за вами. Что мешает мне сейчас тебе башку свернуть-то, если знаешь, что помру? Что за черт? Текс. Письмена, надписи. На. О боже! Похоже, это кровь. Кого здесь держали до меня? И что с ним случилось? Интересно, что это значит? Об этом вы узнаете потом. Гораздо потом. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии, ставьте лайки. Ну и, конечно, увидимся уже только в следующей игре. Пока!